Никто не говорит, что дрил это плохо. Ну да, например. Дрил музыку начал делать не Pop Smoke, это пошло из Англии. Pop Smoke это первый, кто сделал это на американский лад. И довольно-таки успешно. Нет, просто смешно, как вы быстро переключились на новый жанр музыки, когда не научились даже делать трэп нормально. Вот и все. Ну, что вы там придумываете и накручиваете в голове, то опять же все мимо, ребятишечки мои. Пацаны, вы что, обиделись, что ли? Ты не обижай себя, я любя, пиздец, вы что? Не обижайтесь. Пацаны, вы что так взъелись-то на меня? Если бы это была неправдой, вы бы даже никто слова бы не сказал, ну... Че вы, ну, успокойтесь, ну, таблеточку Ксанакса примите. Там, не знаю, валерьянки выпить и что угодно. Ну, что, вы что, блядь, с ума сошли, что ли, все? Если я вас реально обидел, пацаны, ну, я, ну, прошу прощения, я не хотел вас обидеть, как бы, реально. Вы, ну, не правы, не обижайтесь, ну, зачем?